Ворот что-то трясет жестко. О-о-о. Хата болып тұр ғой, вау, тема. Тема, да? Ақыры келген екен, бір рет әдемі қып жесеңіздерші. Иә. Хорошо. Либо қандай балық сазан бар? Лаура немножко перекусила. Да. Э? Это кто такой? Ой, мать. А что, с курицей есть, да, еще, да? Курица из козы. А, с козы есть? Да. Что у вас, бизнес-класс? Да, а я буду яйца чисто. Мужские. Погнали. По машину. Так, дорогие друзья, мы снова едем. Только едем уже внутренний туризм. Это Туркестан. Открываем халык приложение. Заходим. Тут раздел категория там. Раздел travel. Лаура себя показала. Хоп, мы в Баку. Жду вокзал. Но мы уже билеты взяли, да? Открываешь мои билеты. Вот мы купили наши билетики. И вот наш билет. Все. Мы едем. Это люкс мы взяли, да? Да. Вот они, билетики. Легко, просто. Через халк тревел. Как обычно, пасмурная погода, дождик. Вон там паркинг стоит. Вот на том паркинге мы примерно машину свою оставим. И дальше поедем на поезде. Тальго. Дождь, я вам скажу, прям сильный льет. Часто так, да, когда мы выезжаем, да, всегда так, да? Всегда льет. Короче, все, машину оставили на парковке. Вот она наша. Через Тиго. Здесь а парковка стоит вроде сутки 500 тенге, да? Да. Если мы оставим на 5 дней, то есть максимум на неделю, 3500 вей, да? Это хорошо, это круто. На месяц 17 тысяч. Вообще удобно. А сколько? Пятиэтажная, да? Угу. Еще сейчас столько машин. Тот самый чемодан. И погнали. Фаталити. Лаура, ну ты фаталити. Паркинг. 1 час 100 тенге, 3 часа 300 тенге. И дальше. Аренда парковки месяц 17 тысяч. Что там мы на вокзале? Знаете, какой кипиш. Жесткий, жесткий. Вокзальский движ. Все проверяют. Это закрыто. Все, мы, короче, приехали на вокзал. Сейчас договорят. Наш приехал поезд, вот он. Внимание, будьте осторожны. Он должен быть 21, а он отходит, он 21. Понял. Ладно, давай дальше. Короче, все, мы уже сели. Уже тронулись, уже едем. Ой, шатает. Капец, да? Это у нас люкс купе. Завтра покажем весь рум-тум, да? Рум-тур. Так что, спокойной ночи. Можно зайти, да? Ну, утро с ним здесь вообще качество все плохое. Завтра я вам лучше все тщательно, аккуратно покажу. Да? Наступило утро. Смотрите, какой пейзаж. Вообще классно. Давайте рум-тур. Доброе утро, Лаура. Что у вас, бизнес-класс? Оп. Закрываем. Показываем, что у вас есть. У вас две вешалки. Две кровати, так как это люкс для двоих. Две кровати, это Совет первая. Вот она верхняя открывается вот так. Также здесь он поднимается. В смысле? Давайте помогу. Да. И превращается в Ой, два сиденья. Да, в два сиденья, где можно поесть. И у каждого свой индивидуальный столик. Вот. Сейчас покажу это. Это примерно вот так будет. Засовывать сюда. И засовывать сюда. Все. У каждого свой индивидуальный столик. Прикольно. А главное, самое главное, знаете, что здесь есть? Не лестница. Лестница. Это на второй этаж, чтобы подниматься, лестница вот на эту кровать. Самое главное, здесь есть санузел. Да, свой личный санузел. Прикинь. Где лестница своя, душевая. Офигеть. Душевая, туалет. Здесь это типа... Принадлежности получается. Да.
А вон зарядка какая-то есть, 320 вольт. Это для фена. А, для фена, для плиты? Для плиты. Ну, душевая, это вообще что-то индивидуальное. Капец. И пахнет очень приятно, я вам скажу. Есть еще кондиционер, ночью прям бьет хорошо. Кондиционер, где зарядиться получается. В принципе, все удобства за 15 тысяч, я думаю, это очень важно. Да. Короче, вот такой у нас рум-турчик. Стоит 15 тысяч билет. Что-то типа бизнес-класса, да? Открываем, пойдем в ресторан. Фаталити, все, ладно. Что у нас здесь? А, вот там ресторан, знак. Сегодня телефон взяла? Погнали. Вау, как шатай. Вот он, ресторанчик. Вот такое, в принципе, кафешка, да? Да, классно. Прикольно, да? Что по меню, давай посмотрим. Каша овсяная 850 тенге, сырники 2200. Давай, 3 яйца с сосиской. 1600 я буду. И все. Такое еще здесь меню. Овсяная каша и блин. Давай, а я буду яйца чисто. Мужские. Короче, принесли кашу рисовую. И мою яичницу с сосиской 1600 тенге. Да? О! С чем? С творогом и вареньем, да? А, да, это прикольно. Это мое. Это твое. Приятного аппетита. Сейчас еще кофе принесу. Но пейзаж мощный. Ты посидишь. Лара жестко фаталити показала. Базар нет, Mortal Kombat. Я кофе себе заказал. Так, Лавра, пошла счет. Вышел на 5500, да? 5500. Каша, блинчики, яичница и два кофе. Да, прикольно. Теперь ждем. Еще осталось пару часов, и мы в Шымкенте. Живот что-то побаливает. Лавра что-то трясет жестко. Наш студент. Красота. Лара вернулась на родину. Кельдок. Шымкент же добавил. Все, еле. Шымкент, салқынса дасы. Пиха, сразу жарко, да? Слышишь? Вот он, поезд Тальго выглядит вот так. Классный поезд, да? Смотри, какой чип, что ли. Ой, я помню, здесь закупался. Цены бешеные были здесь. Помнишь, да? Короче, если вы думали, что в Алмате жарко, то у нас прохладно, да? Вот сразу здесь напитки. Вокзал свежий, да? Таксисты же. Салам алейкум, где-то. Такси, город, такси. Это такси, город. Да, такси, ну, вокзал освежили, красивый стал очень. Скажи, вокзал красивый, да? Какой красивый. Алматан, да? А где мы? Он всегда был простой, знаешь? Обычно. Сейчас мы едем машину на прокат взять на 3 дня, чтобы до Туркестана доехать, чтобы было немного удобнее. Такой заряд. Да, и кое-какие дела здесь в Шымкенте закончить. И сразу в путь в Туркестан. Такси вызвали, комфорт за 500 тенге. Капец дешево. Сейчас приедет Chevrolet Cobalt. Что?
Ты же в этом районе жила раньше, да? Да, я вот там. Да. Вот это? Китка. Йо, бабка, халайсан. Йо, яхшмисан. Нормально все? Короче, такая тема, что машину не нашли. Сейчас еще один нашли, да, прокатный. Сейчас туда поедем и посмотрим. Машину берем К3. Дай бог, сейчас возьмем. Ой, смотри, лаваш, бургер. И у них этот есть, да? Брызгает холодная вода. Походу жарко. Все прячутся. Тонированная остановка. Пекло. Мы с Алматы выезжали, знаешь, какой холод был? Бабка, помоги, Лаврит, ты что? Ждем. Цон, он в Цоне прям находится. Да, беги. Чего так быстро приехали? Мы за сколько часов приехали? За 13. За 10 часов, ты что? Да? За 10 часов, да? Слушай, 12. 10, 11 часов, 12, да. 10:48. Да, 11 часов. Быстро, это поезд Тальго называется. Бизнес-класс. Из-за этого такой быстро. Скоротечный? Скоротечный. Обычно поезд во сколько едет? 16-13 часов. Чуть. Покажи, нельзя чуть смотреть. Ты припудриться хочешь на камеру? А я не буду монтаж делать? Как есть, припудренный, как есть, что есть. Я не гони, давай. И взяли Серату, Kia Cerato. Это самый идеальный вариант для нас. Бюджетный, да? Да. Вот, сейчас мы ее отснимем. В состоянии ее. По кузову. Вот она. Вот такая машина. И поехали в Туркестан на ней. Сейчас когда говорится. Машина грязная, да? А что здесь? Базаржев. Еще нам надо чистую привезти. Kia Cerato вот в таком состоянии. Салон не помыли. Бензин меньше полбака. Так что, что, поехали, Нурхан? Или Бауржан? В смысле Нурхан? Ты Бауржан? Есть. Кит. Бабка, по жизни есть, мы приезжаем в Шымкент, он всегда тащит нас в Казах-Самсу. И еще здесь есть Самса. Елбек кафесе. Мы с утра не ели, мы как в поезде поели. Все, больше не ели. Пойдем попробуем и в путь. Короче, пришли, Казах самса, самсы не было, мы сюда пришли, взяли пока две самсы и шашлык кусковой, да, баранина 5 штук, баранина, шашлык по 500 тенге, здесь такой вайб, прикольно, но самса вкусная везде, о, это красный соус, рахмет, рахмет. Чё, как тебе самса, Лора? Смачная, большая, смачная. Смачная, да? Бабка? Да. В принципе, в этом районе все вкусно. Мы там ели, теперь мы здесь едим. Тоже вкусно. Сейчас шашлык попробуем. А что, с курицей есть, да, еще, да? Курица из козы. Курица из козы. Часто берете, да, здесь? Да, да. А, с козы есть? Да. С козы есть? С козы есть, но не осталось. Не осталось? Более жалко. Самса с этим есть, с хазы. Слышал, но не поняла, я думала. Но не осталось, прикинь. О, лепешка. Мощь. Вот принесли чисто чемпионского узбекский шашлык кусковой. Да? Вон, видишь, пупрышки. Пупрышки, это из-за того, что он был заморожен немножко. Я шарю в этой теме. Скажи, Лаура, да? Че, девочка? Все, бабка разрешает. Только пробуй, да. Мощь, а? Пьязвин, джесси, пьязвин. Мягкий? Приятно аппетита. Спасибо. Ой, ма, облетай. Фишка блуды. Во дворике.
Прикольно. Вайб такой, да? Необычный, да? Такое редко встретишь. О, бабка последняя доедает. Че, как твое мнение? Как раз от тебя официант смотрит. Ностальгия? Шашлык кушал уже, а ты что такое же? Ты же в Шымкенте живешь, ты можешь каждый день попробовать. Я не ем шашлык вот так. Не ешь? Вообще самсу больше не ем. Только бахан бургер? Последний раз вот с собой кушал все. Ты что, Лаура? Ну, Лаура каждый день есть, в принципе. Боб, я знаю, ответ, где ты хочешь. Я тоже знаю, где ты хочешь такие с Алмате. Так что такие пиарентаста. Все, что-то мы этот здесь зачастили. И время тратим. Поехали, нам надо в Туркестан. Быстрее ехать. Что ты какой? Лаура, что ты какой? Ханча, что ты здесь? А, то ли? Ханча? 6700. Рахмет. Да, с тобой, Лаура. Поехали. 6700. Все, мы выехали на трассу Чимкент-Туркестан. Сколько километров? Примерно 2 часа будем ехать. Километров не знаю сколько. 148 километров, да? Выезжаем с Баукой, с Лаурой. Бауку салемат. Это что за вывеска? Заходим на платную дорогу под 110. Лаура немножко перекусила. Да, Это кто такой? Ты что, призрак летишься? Полетели. Короче, по пути приехали к Кызыл Көпір. Это Красный мост, да? Красный мост, мост Мадама. Здесь рыбу продают. Кандай рыба, кандай балк, сазан бар? Қыдырып жүреміз. А? Саламатсыз ба? Яй, кас. Че, пойдем, зайдем? Какой зайдем? Вот пятый. Да, любой. Точно? Давайте. Вы уговорили нас. Ага. Без, ба? 4, 1, 2, 3, 4. Ничего себе, волка. Арчан. Базар жоқ, не волка. Сүрге бола ма? Сүрге болады, ой, я. Сүре берейін ба? Да, сүре берем. Смело ма? Зато адамдар көп болады сізде. Иншалла. Буаза жоқ. Қандай балық? Міне, сазан и судак. 2000. Сізде бар ма? Иә. Сізден де аламыз. Сізден де аламыз. Судак қанша? Судак 2000. Сазан 2000, 2500. Вот, чищены уже, да? Қайсынан қорай? Возьми один сазан, давай попробуем. Я үлкен. Жоқ, бізге үлкен келеміз. Один рыбу выбери, бабка любую. Это судак. Да, ё-май, вот эту возьмите и всё. Я вам берешь. Нау була ма? Жетет. Я, жетет бізге. Нау була ма сіздерге? Аз ба? Конечно, аз. Надо біреу кузы, болу, бәріне жетет. Я бере бен. Қанша болады нау? 4.5 болады, 4.5. Ё-май, бере бере. Біреу жетеді. Ақыл кеген екен бір рет әдемі ғып жезеңіздерші. Иә, хорошо, давайте. Машина. Кас. Хата болып тұр ғой, вау, тема, да? Прикольно, да? Алайын ба? Машина алайын ба? Короче, за то, что мы там не взяли, они говорят, машину заберите, да? Вау, прикольно. Вообще. Как тебе, Лаура? Прикольно. Короче, по дороге, если едете, там есть Красный мост. Увидите, он такой старенький Красный мост. И с правой стороны прям вот такое место, где здесь продают одну рыбу. Конкуренция бешеная. Если ты у них не взял, тебя могут разорвать на кусочки. Так что лучше идти сразу, заходить в одно любое кафе и садиться. Что, вы здесь сели? Рыбу ждем. Рыбал джетит без гея. Как тебе, Лор? Сейчас хочу попробовать. Нет, одна рыба. О, ладно. Рыбу все так поделили. Я просто поделили. Выглядит вообще мощно, да? Сейчас скажем. Уф, фиганский.
Да, ну. Я верю в вас. Мне можно сарагаш налить? Ужишься тебе ж, еду вам. Мариновка. Мариновка, перец, уксус. Красавчик был. Ты что свои подмышки заголил? Мягкие болезни рыбы. Нифига, она хрустящая. Че? Че? Измена соленая. Да? Угу. Не жалею, что мы с Азарь едем, что там косточки. Ну, ты что думал, что ты ешь? Очень ребят, по запаху чувствует себя. Хоть и видно, что масло не меняет, но... Вкусно. Видно, да? Запах мощный, да? Ты густой вот рад, не знаю. Что, как рыба? Ты не любишь сидеть. Вот так только любишь сидеть? Вот так. Ну, курпешки на запчине. Сидишь? Девушка! Обалденно. Да? Что еще сказать? Скажи, Хатын Копер. Хазыл Копер. В общем, по дороге в Туркестан. Красный мост. Всем советуем. Качок, качок, смотри. Подмышки оголил. Ще. Эко кроссовки. Тёныш, пойдёшь. Жақсы, аспосын. Сау болыңдар. Рахмет, сиеде. Кеттік. Кеттік. Чё там, кеттік па? Не видим идет. Счет переспад. Вообще. Вообще. Хотел Татья сказать, здесь Татья не говорит. Да? Сарагаш и су, осимай. Ё-моё. Алдым он деньги. Кайфуешь, да? Шесть тысяч, да? Ханчак один тысяч или... Круглосуточного? Там кошка. Чё, погнали дальше? На трассу. Конечно, точка Туркестан. Точка Туркестан, да. Сказали, что грех не зайти сюда. Да, многие писали, что сюда надо обязательно зайти. Рыба обалденная. Тебе понравилось? Не меняет. Даже все меняет. Ну ты подмышки расцвели. Смотрите, смотрите, смотрите. Нургун, Нуржама, Жадра, Зульфия, Арай, Гаухар, Багыла. Просто одно название. Один только Курулган Багылык. Курулган Багылык. Погнали. По машину. Путешествуйте вместе с нами и вместе с Халык Тревел. Это сервис покупки выгодных билетов. За лучший комментарий 10 000 тенге на карту.